Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Романова, и сегодня я бы хотела с вами поделиться результатами тестирования тональных средств от компании Тиандем. Давайте начнем с BB-крема. BB-крем для меня подошел, для моей кожи подошел. Вообще он создан для молодой кожи и для кожи, которая нуждается в тонировании. То есть этим средством мы с вами увлажняем, тонируем кожу, и в состав этого крема входит бальзам. Он BB, да, чтобы легче запомнить, да, входит бальзам, который будет ухаживать за вашей кожей. Если подростковый возраст и на коже есть какие-то высыпания, какие-то прыщики, он будет лечить прыщики. Очень часто мы встречаемся с тем, что молодые девушки замазывают тональным средством свои прыщики. И косметологи, и мамы, допустим, да, могут им говорить о том, что зачем ты еще больше закупориваешь поры. Так вот, это средство BB-крем, он специально разработан для проблемной кожи. То есть им можно и нужно замазывать прыщики, проблемные места. Он будет их лечить, подсушивать, в то же время увлажнять кожу, да, как антисептик. Алло, плюс содержится содержание алоэ в нем. Еще раз хочу, значит, сказать, что он мне подошел. Он выровнял тон кожи, скрыл какие-то мелкие покраснения, недостатки и очень хорошо матирует. То есть это помощник для тех, кто нуждается именно в матовой коже. Да? То есть кожа становится фарфоровая, прям такая фарфоровый эффект фарфоровой кожи. Как у куколки, она матовая, матовая без единого блеска. То есть выбор за вами. Следующий крем, который я попробовала, это тональный крем от компании Тиандем. Это CC-крем. В состав его входят морские водоросли фукоидан. Он очень хорошо увлажняет кожу лица. То есть его можно наносить даже без обычного крема. То есть крем не наносим, да, нанесли только вот это вот тональное средство CC. Выравнивает тон кожи, увлажняет очень хорошо, дает эффект отдохнувшего лица. То есть такое ощущение, как будто у вас личико такое свеженькое-свеженькое. То, мы говорили с вами, тонирует средство BB, оно дает эффект фарфоровой куколки, то есть личико фарфоровое. Здесь оно личико, наоборот, оно увлажненное, оно такое свеженькое получается. И этот крем еще содержит SPF-защиту, то есть это тоже немаловажно для нашей кожи. Не подойдет, я думаю, этот кремушек для жирной кожи и для кожи, которая склонна к воспалениям и покраснениям. То есть это такой вот быстрый, легкий вариант с увлажняющим компонентом и с SPF-защитой. Следующий крем, который я попробовала, вернее, это даже не крем, это вот такая вот баночка, да, с подушечкой вот такой, с пропитанной. Это кушон, да, это DD-крем. Вот так вот он выглядит, да, зеркальцем. Вот здесь, значит, подушечка вот эта вот пропитана тональным средством, и с помощью вот этого спонжика, да, мы наносим на лицо. Чем же хорош он? Он хорош очень тем, что его можно взять с собой. То есть вы не будете где-то подмазывать себе грязными руками вот этот кремушек, да, допустим, наносить дополнительно на кожу лица в течение дня, если вам это понадобится, да, а вот этот, эту баночку, да, это средство DD вы можете с удовольствием с собой взять и использовать, то есть если даже где-то вы находитесь в транспорте, да, и не прикасаясь грязными руками к своему лицу. Средство очень хорошо для зрелой кожи, для кожи, которая уже с морщиночками, да, то есть он не только выравнивает тон кожи, он еще и сглаживает глубину морщинок мимических. Хочу сказать, что он тоже с SPF-защитой, увлажняющий компонент, ухаживающий тоже в его состав входит, то есть, в принципе, даже это средство можно использовать как просто средство без кремушка, если у вас жирная кожа, либо комбинированная. И если, значит, сухая кожа, то есть сначала наносим крем,
А потом уже наносим вот это средство. Очень хорошо мне он понравился после нанесения вот этого средства. Сенсация. Это поверхностный ультралифтинг. То есть сначала вы наносите, выравниваете тон. То есть как бы получается под вот этот вот, да, под DD средство мы наносим вот этот крем поверхностный ультралифтинг. То есть он выровнял, и потом мы сами все это замаскировали. Очень хорошо тоже мне понравился. Подошел. И еще раз хочу повторить, что удобно брать с собой, то есть выглядит красиво, эстетично, да, и вы не прикасаетесь грязными руками к своему лицу. И еще одно средство я хочу вам показать и рассказать о нем. Это крем-пудра. Тоже от компании Тиандэ. Это кремушек хамелеончик, он подстраивается под тон кожи. Их всего в компании два оттеночка. Первый оттеночек он подходит для любой кожи, и второй оттенок для той кожи, которая ходит в солярий, да? Для более темного такого цвета кожи. Очень хорошо тоже увлажняющим компонентом. Увлажняющий компонент в его состав входит. И лицо становится, знаете, вот немножечко как с блеском, что ли. Оно, знаете, оно такое свеженькое-свеженькое такое становится. Его наносим обязательно на крем, то есть без крема, да, вот этот я говорила, что он подойдет, можно его наносить без кремушка, то есть очень-очень много там увлажняющего компонента, да. Здесь же увлажняющий компонент есть, но не так его много. И очень хорошо ложится именно на какой-то крем. То есть его, пожалуйста, используем после крема только.